Выходные для учебы не помеха, считают маленькие студенты. Поэтому воскресное утро 30 сентября актовый зал Института управления экономики и финансов КФУ был наполнен юными слушателями и их родителями. Стартовал 8-й сезон детского университета КФУ. Здесь собрались ребята от 8 до 14 лет. Некоторые из них пришли впервые, а многие уже несколько лет являются студентами детского университета. Я хожу 4-й год. Вот. Мне здесь очень нравится, я узнала много нового интересного. Была лекция о мужчине и женщине как бы с разных планет, Марса и Земли. Вот. Ну, эта лекция мне больше всего понравилась. Я очень много узнал новых разных математических элементов, новых исторических городов, мест. Узнала про космос, про окружающую нас среду. В течение этого учебного года для маленьких почемучек будут проведены лекции на различные темы. О звуках физики, об экономике, а также занятия с психологом, посвященные взаимоотношениям в классе. По итогам обучения ребята даже смогут сказать свои первые фразы на итальянском, китайском, испанском, французском и других языках. Главная задача – это заинтересовать ребят в изучении иностранных языков. Чтобы понять другого человека, необходимо владеть иностранными языками. Более чем с 10 языками, как восточными, так и западными, ознакомятся наши студенты. Мы решили не просто читать лекции об иностранных языках, а поставили задачу научить нескольким словам этого языка, чтобы ребенок почувствовал вкус к языку. Студенты КФУ постарались простым языком объяснить юным слушателям, как правильно тратить деньги, что такое маркетинг и как начать разбираться в азах экономики. Стать студентом детского университета может любой желающий. В течение года занятия будут проходить по воскресеньям в 10 утра в малом зале КСК КФУ «Уникс». Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.